Сегодня посмотрим, как можно вырезать картинку и сохранить ее в формате PNG с прозрачным фоном на примере приложения PicsArt. Итак, мы в приложении PicsArt нажимаем плюсик и первым делом выбираем фон. Вот у нас внизу цвета фоном, выбираем прозрачный фон. Вот такой фон с квадратиками обозначает прозрачный фон. Можем зайти в инструменты и вырезать размер, который нам нужен, квадрат 3 к 4, либо 16 к 9. В общем, выбирайте тот формат, который вам нужен. Я оставлю квадрат. И теперь на этот прозрачный фон сверху накладываем фотографию или картинку, которую собираемся вырезать. В нашей галерее выбираем картинку, растягиваем ее так, как нам нужно. И для вырезания нам понадобится инструмент резинка. Вверху выбираем резинку. Значит, у нас для вырезания есть два инструмента. Это ластик и кисточка вернуть. Ластик у нас выбирается размер, его прозрачность и его резкость. Края будут размытые либо резкие. Размер давайте чуть-чуть уменьшим. Увеличиваем нашу картинку и просто начинаем вытирать. Можно вот размер побольше сделать. Сам процесс вытирания я вам показывать не буду, чтобы не затягивать видео. И есть еще инструмент вернуть. Например, если мы ластиком ошиблись, где-то берем кисточку и возвращаем. В общем, я думаю, что все здесь с инструментами понятно. Я вырежу картинку и потом продолжу видео. Ну вот, друзья, я вырезала картинку, и теперь остается нам ее только сохранить. Нажимаем галочку, еще раз галочку. Вот наша картиночка. Теперь, ну тут можно еще добавлять ей всякие эффекты, если хочется. Граница, вот есть такая функция граница, она добавляет обводку нашей картинки. Причем эту обводку можно делать любого цвета. Но наша картинка уже сама по себе с обводкой, поэтому мы ничего добавлять не будем. И чтобы сохранить картинку, нажимаем стрелочку вниз. Сохранено в галерею. Я зашла в Instagram Stories. Теперь захожу в инструмент текст. У меня установлена клавиатура SwiftKey, при помощи которой мы можем загружать любые картинки в сторис. Об этом у меня тоже есть видео. Заходим в инструмент гифки, вот эту кнопочку выбираем, попадаем в нашу галерею. Теперь осталось только найти, куда сохранилась эта картинка. Ну вот, мы ее размещаем и видим, что наша картиночка на прозрачном фоне. Вот таким образом можно создавать свои стикеры. И еще хочу сказать, если в приложении PicsArt все-таки не получится, есть еще приложение Over. Об этом у меня тоже есть отдельное видео, я прикреплю ссылочку. На этом буду видео заканчивать. Если было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч, буду рада видеть вас на своем канале.